Есть очень простые, на мой взгляд, ответы на сложные вопросы. Например, ответ на вопрос, что же все-таки такое психологическая работа в реабилитационном центре, я смело могу ответить, что для меня это работа с воображением. Ну и, конечно, отвечаю я так не только потому, что я так думаю теоретически, а потому что в условиях современного, например, наркологического стационара ни с чем другим ни психолог, ни психотерапевт работать не может, просто потому что все остальное запрещено. Запрещено трудоустройство, запрещены прогулки во всех стационарах, естественно. Поэтому как-то так получилось, и может быть даже провиденциально, что это оказалось единственным методом доступным для работы. Мы же на этих семинарах все время обсуждаем зависимость как некий культурный феномен. Так вот, если хотите, зависимость как культурный феномен порождается недостатком воображения или отсутствием воображения. А что за ситуация отсутствия воображения, если ее рассказать предельно просто? Ну, это ситуация, в которой человек считает, что его поведение полностью определяют объекты внешнего мира, объекты материальной реальности. Он в них путается, он не в состоянии разобраться в происходящем в этой реальности, не в состоянии отвечать и совершает бегство. Бегство он совершает в другие формы материальной реальности, то бишь, как правило, химические вещества. Хотя это вовсе не обязательно, существуют другие пути подобного бегства. Так вот, если говорить с этой точки зрения о все том же пресловутом вопросе, целях реабилитации, то окажется, что это тоже можно сформулировать предельно просто. Эти цели абсолютно общие для любой психологической работы с человеком. Для психотерапии, практической психологии, психологического консультирования. И даже для, они абсолютно общие с той работой, которой должна заниматься церковь. То есть с исповедью и с проповедями, с духовным возрастанием человечества. Суть цели, о которой я хочу сказать, является поворотом основного объема человеческого внимания с объектов внешнего мира на внутренние объекты. То есть на ту самую область, которую мы не без презрения, надо сказать, в нашей серьезной медицинской, реабилитационной работе, сегодня называем областью воображения. С воображением все обстоит очень-очень непросто. Но вместе с тем, никакие, даже горячо любимые мной юнгианские практики работы с воображением, конечно, не могут даже близко превзойти ту проработанность этой работы, извините за масло масляное, то колоссальная проработанность усилий человеческих, направленных на работу с собственным внутренним миром, которые есть в буддизме, например. Как бы, ну, все-таки за ними тысячелетия такой области, правда. Я в связи с какими-то нашими разговорами все время вспоминаю такого модного сейчас в философском дискурсе мусульманского философа, мистика, персидского, которого звали Сухаварт. Это 12 век нашей эры. И он в Пакистане разработал основу философии, которую сам назвал философией Ишрак.
это философия воображения, а одна из философий воображения, если можно так простить. Почему я вспоминаю философию Ишрак? Как-то у Сухроварди все очень похоже на какой-то наш современный запрос, я бы сказал. Он придавал душе человеческой внутреннему пространству географический ориентир. И он говорил, что есть запад человеческой души и восток человеческой души. Вот запад человеческой души – это мир предельного воплощения, материальный мир, мир твердых тел, тех самых тел, которых человек путается, будучи не в состоянии ими управлять. В самом начале я почти цитировал Сухроварди, потому что таких прямых цитат я не взял с собой. Так вот, восток души – это то самое направление, в котором душа начинает вспоминать себя. В прямом платоновском смысле – припоминать о своем подлинном существовании. Вообще говоря, конечно, Ишрак достаточно строго построен в Коране, точнее говоря, на некоторых высказываниях Корана, в Коране достаточно ясно сказано о том, что когда человек бодрствует, он спит, а когда умирает, он просыпается. И поэтому, да, для суфии, для философии Ишрак, для Ибн Араби, для очень многих философов шиитских, душа слабо чувствует свою подлинность во время сновидения. Душа иногда, просыпаясь от одурения миром вещей, вдруг ощущает себя кем-то другим, человеком. И это, вот это миг припоминания, это то, что я имел в виду под достижением ощущения трансцендентности, что нужно для того, чтобы наркоман начал меняться. Ну, мы ведь так и говорим, нужно, чтобы он вспомнил, что он человек, да? Нужно, чтобы в нем проснулось что-то человеческое. Хотя не очень умеем выразить, что же это такое человеческое. И вовсе не обязательно, естественно, вспоминать Сухроварди. Сейчас я объясню, почему я его вспоминаю. Это, кстати говоря, такая модная тема сегодняшнего философского дискурса. Я не один такой умный. Как бы... А хочу я сказать следующее. Я хочу сказать, что знаменитый, очень важный для нас, по крайней мере, я думаю, что нам нужно его осознать, когда я рассказываю в таком виде, да, что должно случиться с бывшим наркоманом. Ну, он должен вспомнить, что он человек. Обратите внимание, я очень простым способом пересказываю притчу о блудном сыне. Ну, вот если вы посмотрите на то, что пока я успел сказать о Сухроварди, о востоке и западе души, то блудный сын, обратите внимание, отец его сам отпустил абсолютно, беспокоясь, конечно, но отпустил. Это обязательный признак любви. И этот блудный сын ушел на запад, туда, где боль и скрежет зубовный. И там запутался, и забыл об отчем доме. Ну, практически ведь вот, да, почему мы не можем отнести эти слова к наркоманам? Они же тоже люди. Вот он ушел туда, где боль и скрежет зубовный, и забыл о доме. И дальше в какой-то миг он припомнил.
отличие от христианства, надо сказать, что в исламе, в шиитском исламе, и в философии Ишрак очень детально разработана вот эта идея припоминания или встречи. Ну, да, я напомню, может быть, тому, кто не знает совсем ислама, что Хизр, зеленый, неведомый пророк, временами являет себя людям в разных обликах, в результате которого, в результате этой встречи люди вспоминают об Аллахе. Ну вот, Сухаварди очень тщательно разработал только не идею Хизра, а идею как бы вообще мистической встречи. Он считал, что могут появляться во сне священные животные, наяву люди, которые каким-то образом совершенно неожиданным для самого человека говорят нужные слова. И человек просыпается, и вдруг вспоминает, естественно, точно так же, как в притче о блудном сыне, свою принадлежность Богу. Ну, мы же так понимаем эту притчу, правда? Так вот, почему я об этом говорю? Ну, потому что у неоплатоников вообще и в исламской философии вообще, и в философии Ишрак в частности и особенности, тщательнейшим образом обсуждается именно учение о воображении. Почему о воображении? Потому что воображение, понятое, правда, немного иначе, чем звучит сегодня это слово для нас, для Платона и неоплатоников, разумеется, всех самых разных толков, христианских псевдодионисия и Эупагит, и все отцы каппадокийцы, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст, Василий Великий. Воображение – это то самое место, в котором существует возможность встречи человека и Бога. А где еще? Других мест в географии материального мира, в общем, не осталось, правда? Просто, да, ну, по-исламски это же тоже звучит не как воображение. Вот Карбен переводил это понятие словом имажиналь. Имажиналь – это не просто воображение, это некая устойчивая структура, существующая в глубине человеческого духа, которая является промежуточной реальностью между человеком и Богом. Я позволю себе, ну, очень примитивно, конечно, это заслуживает интересного большого разговора, но вряд ли мы к нему дойдем, надо сказать. Надо сказать, почему я об этом говорю? Потому что, в общем говоря, очень грубо, после полемики между Иосифом Волоцким и Нилом Сорским в русской культуре победило православие вовсе не по святым отцам каппадокийцам, а по тому самому Иосифу Волоцкому. И как бы все встало на свои места. А именно, Бог – Отец, абсолютно непостижим, апофатичен, и между миром Бога и миром человеческим нет и не может быть никакой связи,
кроме тех моментов, когда Бог, естественно, по своей воле организует эту связь, посылает своего сына, что является уникальным историческим событием, которое случается в истории один раз, дальше следует апокалипсис. Как бы отношения между человеком и Богом вне этих грандиозных событий мировой истории, таких как явление Христа, связь невозможна. Отношения к Богу между человеком и Богом такие же, как отношения между горшечником и проданным им горшком. Да, ну как бы вот он его сделал, и дальше власть принадлежит уже хозяину горшка, если хотите, князю мира сего. Абсолютно разорваны эти два начала. Мы не очень, на самом деле, в нашей, вот, мы такое человеческое большинство, я уже говорил о том, что есть страшная беда в том, что мы вообще потеряли способность мыслить философски, мировоззренчески, религиозно, богословски. Между прочим, в интеллигентной России XIX века церковь отнюдь не узурпировала эту возможность. И надо сказать, что огромное количество людей богословствовали, писали свои собственные светские произведения на эту тему. Так вот, я хочу сказать, что в действительности, скажем, между прочим, почему промежуточных слов каких, что, скажем, притча о великом инквизиторе Достоевского, знакомая всем, она ровно про такое отношение к Богу. То есть, на самом деле, Бог приходит на землю, а великий инквизитор ему говорит: шиш тебе, у нас здесь горшок, в нем свои порядки, вали-ка ты отсюда, а то развалишь мне все порядки, которые тут я наладил только что. А издевается Достоевский, а это издевка, конечно, именно над вот этим традиционным отношением, которое сложилось в Русской Православной Церкви после Иосифа Уродца. Ведь в сущности усилия исихастов, тогда во главе с Нилом Сорским, это усилие работы с воображением, да, это поиск контакта с Богом внутри человеческой души. Собственно говоря, да, вот, если Коран имеет фразы, которые однозначно повествуют об этом, то Новый Завет тоже, потому что, да, именно так приходится трактовать фразу «Царствие, Царствие Божие внутри вас есть», которую, опять же, которая является огромным камнем преткновения для Русской Православной Церкви. И ей многократно пытаются придать какое-то совершенно иное значение. Обратите внимание, не Бог звучит в этой фразе, а Царствие Божие. А почему я об этом говорю? Ну, по одной очень простой причине. На самом деле, когда мы говорим о имажинале в персидской философии Ишрак, мы говорим действительно о некой достаточно жесткой структуре, которую человек в своем воображении должен достичь или построить. Не просто о какой-то системе поверхностных мечтаний, а о промежуточной реальности, которую человек должен обнаружить в своем воображении. Вот о чем мистика. О царствии, вот если вы
вспомните русские картинки с небесным Иерусалимом, то это город. Да, волшебный город, очень четко организованный кругами, как Москва. Отсюда, между прочим, такой ужас перед разрушением сакрального пространства городов, которое периодически происходит. И надо сказать, что и у Сухроварди в философии Ишрак, и некоторых суфиев, например, Ибн Араби, это тоже город. Сухроварди называет его сакральным городом, а в центре этого сакрального, он называет его, простите, хрустальным городом, а в центре этого хрустального города находится пурпурный архангел, с которым, собственно, может научиться общаться человек. Да? А вот уже мир архангелов, архангел принадлежит, и его воображение принадлежит тому миру, который может общаться с непостижимым абсолютом. На самом деле, это платиновская иерархия, а мы ее знаем как ангелическую иерархию православия, от псевдодионисия и Эвпагита. И уровни, такая же иерархия есть и в иудейской каббале, и она, видимо, тоже, с моей точки зрения, тоническое происхождение. Но дело не в этом, а дело в том, что проблема связи непостижимого, апофатического, недостижимого абсолюта у неоплатоников решается построением промежуточных этапов. Как правило, этих этапов 8. Сверху ним абсолют, а снизу наш плотный материальный мир, тот самый, в котором мы закрыты. Я не буду сейчас рассказывать про эти этапы, древо и все такое прочее. Скажу лишь, что осью, которая соединяет все эти этапы, как раз и является воображение. Потому что Бог у Плотина в экстатическом состоянии. Преодолевает себя и воображение, и придумывает мир. Да, и сначала в этом мире образуется уровень архангелов, которые способны лицезреть Бога. И так это спускается через воображение по разным уровням миров. И поэтому здесь, в области воображения, есть и лежит связь с человеком как с образом и подобием Божиим, только эту связь надо найти. Почему я позволяю себе такое хамство безумное? И вот рассказываю о мистике, о философии, о религии, о небесных иерархиях. Понимаете, какая штука, уважаемые господа реабилитологи? Как это не печально, но здесь есть некоторый разрыв между нами и нашими пациентами, как между тот самый разрыв между Богом и людьми. Потому что очень большое количество вот этих самых бывших наркоманов, их родители, суеверны, состоят в бесчисленных сектах, как бы. А мы на эти темы говорить абсолютно не умеем. Вот эту безумную мировоззренческую путаницу, которая сложилась сегодня в мозгах, к сожалению, не умеет выправить ни сегодняшний РПЦ, ни сегодняшнее психологическое образование. По той простой причине, что ну как бы, это очень зависит. Например, если батюшка, вот организатор, меня сейчас спрашивают, там, Александр Ильич, может это секта, а не революционный центр? Вы знаете эти вопросы, они очень часто. А я
Не могу ответить на этот вопрос. Потому что ответ зависит от одной простой вещи. Насколько батюшка сторонник вот этакого неоплатонизма православия, ну, скажем, добротолюбия святых отцов, каппадокийцев. Потому что проблема в том, что если он не сторонник, не опирается на святых отцов, которые по сути своей были платониками, хотя я ставлю это в кавычках, конечно, все сложнее, то он создает секту. Ну, потому что если, да, нет связи, он считает, что нет связи между живущим сейчас на земле человеком и Богом, то тогда он оказывается неминуемо в позиции великого инквизитора из великой притчи Достоевского. Ну, то есть, если человек не образ и подобие Божие, то он глуп, туп, упрям и невежа. И поэтому его надо построить, загнать в казарму, как бы, и дать ему правила жизни. И тогда он обретет ум. То есть, фактически, и церковь, и любой реабилитационный центр, который вот этого, вот этой задачи повернуть человека от внешнего мира внутрь себя, не понимает и не хочет понимать, то альтернативный ответ только один, фактически. Человека нужно лишить свободы. Ну, как бы, да, это же то, к чему пришли все великие утопии. Ну, то есть, вы, Кампанелло писал «Город солнца в тюрьме», и «Город солнца» представляет из себя большую тюрьму, окруженную рядом стен. Почему? Ну, потому что люди – это стадо, это общественное животное, которому нужно придать правильное направление движения и мысли. Умные люди, которые руководят городом солнца, это могут, а все остальные должны сопить дырочку. Только элита должна принимать решения. Ну, в сущности, это модель любого общества, лишенного вот этого самого понимания, как сказал бы наш замечательный мыслитель Виктор Эммануилович, философ покойный, он назвал это иммагнитивным абсолютом. Ну, правда, он пытался тщательно вылезти из материализма, поэтому он считал, что абсолют – это некое необходимое образование, которое человек должен у себя в голове вообразить, и только тогда он станет человеком. Почему, собственно говоря, я так долго? Я пытаюсь дать какие-то базовые ориентиры для того, чтобы можно было читать и думать самим. Потому что тема эта бесконечна. А все, что касается выводов отсюда, то они примерно следующие. Если внутри реабилитационной программы, или даже не программы, поскольку программа – это очень часто сплошная показуха, а внутри приемов самой работы не существует работы с воображением в самых разных видах, то эта работа не направлена на обретение человека независимости или не направлена на человеческое развитие.
она направлена вот сюда, да, в сторону, что человек это такая скотина, которую надо построить и организовать. Второе. Работа с воображением. Возможно, в условиях любого абсолютно реабилитационного центра и любой реабилитационной программы. Поскольку работа с воображением, вот поплати. Это всего-навсего работа за закрытыми глазами. Как чисто технический прием? Закрой глаза и скажи, как ты это чувствуешь, как ты к этому относишься? Закрой глаза и попробуй рассказать, как ты относишься к тому труду, который ты сегодня поделал. Закрой глаза и попробуй сказать мне, какие ты эмоции пережил, когда ты маршировал на плацу. Третье, очень важно. В идеале, если психолог реабилитационного центра переведет эти элементарные внутренние самоотчеты с закрытыми глазами в систематическую работу. Даже у 60-летних алкоголиков, точно так же, как у 20-летних наркоманов, великолепно идет групповое рассказывание сказок. Я говорю, жили-были, кто-то закрывает глаза и рассказывает о том, что же они там делали, кто они были такие, цари, цари, царица, два богатыря и так далее, и так далее, и так далее. Великолепно работает прорабатывание и обсуждение традиционных сказок или вариантов, которые они, вариантов изменения сюжета. Прекрасно идет тщательно проработанная Лейнером символ драма со стандартными мотивами. На самом деле это один из тех приемов, которые описаны в десятках книг и, в общем, не требует какого-то дополнительного специального образования, гипнотических техник и так далее и тому подобное. Это вот та самая история, которую многие психологи знают, с выходом на поляну, к реке, внутреннее воображение. Это так называемые стандарты, стандартные мотивы Лейнера. Прекрасно идут вообще любые стандартные мотивы, которые вы по мотивам Лейнера разработаете сами. Это совсем не сложно. Я, кстати говоря, делал такой цикл радиопередач со своим вариантом символ драмы, есть у нас в архиве. Почему я сейчас про это? Обратите внимание. Мистики требовали обнаружения в воображении устойчивых и постоянных, а не спонтанных образов. Образы круглых городов – это, конечно, для буддизма мандала, и любые формы работы с мандалами – это формы работы с воображением. Только не забывайте, если уж вы рисуете мандалы, каждый раз показывать, обсуждать, что человек чувствует, или осознает ли он, что он пытался изобразить на этой мандале. Очень важна вот эта вот для наркомана стандартность мотива. Давайте я еще раз напомню историю, которую я недавно, по-моему, рассказывал. Хотя, может быть, у меня уже просто каша в голове от рассказанного. Я хочу сказать, что Николай Николаевич Колосов, он сейчас ушел, по-моему, с кафедры психотерапии Института усовершенствования врачей, но в конце 80-х годов
он меня просто потряс, когда докладывал об эффективности лейнеровской, классической символ-драмы у подростков, нюхающих клей-растворитель. Ну, во-первых, все абсолютно, кто когда-либо работал с наркоманами или токсикоманами, знают, что нет ничего хуже подростка, который нюхал клей, потому что, говоря непрофессиональным языком, головы у него нет совсем. Поскольку это вещество токсическое, стремительно вызывающее деменцию, практически моментально. И детишки эти неуправляемые. Так вот, Николай Николаевич, вы, так, вот такусенькая когда-то была его методичка. Можно ее найти, а можно и не искать. Тут 10 страничек, честно, потому что Лейнер, он так особо не повторял. Он выходил и говорил, а теперь там можете хоть клубком здесь свиться, давайте. Но все равно же я вас не вылечу, давайте мы сказку придумываем. Вот давайте все закроем глаза и отправимся на поляну в лесу. Ты какую видишь поляну? А ты? И все. Давайте я еще раз напомню. На этих полянах у Лейнера, Юнга и любых других специалистов по работам с воображением абсолютно никаких других задач нет. Мы там не даем себе никаких установок. Мы просто гуляем по поляне и рассказываем о ней доктору. Просто гуляем по поляне и рассказываем о ней доктору. Просто просим полежать на травке, там, посмотреть на себя. Но никаких внушений на этом фоне не происходит. Более того, результаты того, как мы погуляли по поляне, не анализируют. То есть я могу, но совершенно в методике этого нет. Я не должен объяснять, что это ты, вот это значит вот это. Вот ты там, значит, у тебя было темное небо, значит, у тебя депрессия. Это чушь, ничего этого не надо. И вот такая там 5 стандартных этапов, то есть 5 стандартных панорам первого этапа. Вот. Николай Николаевич их проходил, и я сейчас с точностью могу соврать. Но представляете себе, чтобы в группе из 15 или 18 подростков, 12-14 лет нюхающих клей, порядка 10 человек навсегда прекратило употребление. Это просто, понимаете, вот если кто-то работал с этими молодыми людьми, то это просто чудо. Вот чудо. И тут невольно поверишь в мистику. Что делал Николай Николаевич или что делал Ленин вообще? Ну то, о чем я говорил с самого начала. Он просто брал и из запутанности внешним миром поворачивал внимание на мир внутренний. Я говорил, что в этих ситуациях возможно бегство. И мы знаем довольно много людей, которые сбежали в миры собственного воображения. Я все время вспоминаю, что в другой персидской религии, в зороастризме, наверное, многие помнят, Армуст и Ариман, положительное и отрицательное начало, были близнецами. И я не помню, как это звучит по-персидски, но когда они возникли из ничего, то их звали реальность и нереальность. Вот я все время говорил своим пациентам, что реальность и нереальность – это близнецы и братья. Они одинаковы. Абсолютно. И их мера в душе человеческой должна быть равной, и перекос ни в какую сторону не является человеческим. И в обыденной жизни это именно так. То есть нам с вами нужна обязательная пауза, обязательное погружение в воображение, обязательный контакт со своей нереальностью, для того, чтобы справляться с реальностью.
для того, чтобы как-то ее менять, что-то в ней обустраивать, перестраивать. Но для этого мы должны сначала это вообразить, и более того, точно так же, как и мистики. Для того, чтобы это изменилось, мы должны внутри себя создать не вялый образ, не мечту о том, как мы вот, станем героями, и на нас деньги будут сами сыпаться из облака, а абсолютно четкий, жесткий план того, как мы собираемся организовать, приманить это облако и добыть из него деньги с помощью специально разработанных физических приборов. И тогда, удивительное дело, как ни странно, это становится возможным. И это не требует никакой мистики, это эмпирический человеческий опыт. Когда мы как бы соорудили жесткую структуру, в алмазной, нет, не в алмазной, не помню сутру. Ну, в общем, в Будде как-то раз пришла женщина, которая сказала ему, что вот умер ее муж, и она после смерти хотела бы попасть в блаженное царство восточного Будды. После смерти. Поскольку считает, что ее муж там же. Я боюсь, эту, надо сказать, сутру Юнг вспоминал, но суть ее заключается в том, что она должна была представить себе, как из воды медленно поднимается невероятной сложности геометрическая конструкция, по-моему, там 300 или 400 углов, каждый угол обозначен бриллиантом. И эту, вот эту очень жесткую конструкцию она должна была научиться в этой конструкции существовать, каждый день о ней думать. Будда велел ей построить очень жесткую структуру. Для чего? Потому что он считал, что она сможет зацепиться за нее после смерти. И тогда оказаться в том царстве, где ее покойный муж. Никто на земле не берется сказать, насколько это возможно. Но структуры воображения, с которыми вы работаете, должны быть жесткими и устойчивыми. Еще раз, можете придумать такую структуру сами. Я, ну опять, вдруг пригодится. Проводил несколько циклов таких передач. Один из этих циклов называется «Волшебный остров». Можете его брать на сайте «Серебряные нити». Там есть архив аудиозаписи. И никаких денег, это, разумеется, не стоит. И просто работать по этому циклу. Поскольку там я работаю с образом геометрически простроенного острова. Еще раз повторяю. Как бы суть дела заключается в том, что каждый день у вас должно быть определенное время, отведенное на работу с воображением. Иначе никакого способа вот, изменить этот поток внимания нет. Причем здесь важен, могу сколько угодно повторять, не форма, в которую вы это обрекаете, а сам прием глубокой внутренней концентрации. Понимаете, какая штука? Я думаю, что не только священники, но, наверное, все родственники больных наркоманиями, привычно называю больными, хотя больными не считаю, родственники, психологи, которые работают с
пациентами, прекрасно знают вот эту простейшую истину. Вся информация у пациента уже есть в голове. Он сознанием прекрасно понимает, что принимать наркотики вредно, что его посадят в тюрьму или уже посадят, что мать страдает, что в доме нет денег. Он все это прекрасно знает. Вот для того, чтобы это прекрасно знает, появилось наружу, надо, чтобы его внимание от того плотного мира, которым он обусловлен, перешло внутрь к тому, что он знает и чувствует. Важно само по себе это усилие, которое является одним из главных усилий реабилитации. Что еще? Еще, конечно, я думаю, что мы будем говорить об этом отдельно и не сейчас, но это усилие надо утвердить. Его надо сделать хотя бы отчасти сознательно. Поэтому, какой бы работой с воображением ни занимались, вам нужно, чтобы пациенты ваши вели самоотчеты. Эти самоотчеты могут быть любыми. И вы, как ведущий, психолог, реабилитолог, кто угодно, можете их даже не читать. Вы просто скажите, а теперь сядь и запиши там стандартный прием. 10 фраз, 5 фраз, 6 фраз. О том, что ты почувствовал, это якорь. Поскольку то, что человек не произносит вслух и не записывает, то есть не превращает в слова, так и остается неосознанным. Как только они начинают что-нибудь писать, потом их не остановишь. И опять, снова, важен не анализ содержания написанного. Важно, чтобы человек потихоньку учился записывать свои переживания во внутреннем мире. Они таким образом превращаются в объективные, в нечто реально для человека существующее. Как становится реально существующим герой романа. Вот с этого поворота и начинается развитие. Все, я все сказал.